Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня вы увидите новое видео на моем канале под названием Читер Патруль. ДДД. И именно сегодня мы, ребята, будем банить читеров. Но говорю сразу, это не плагиат проказника, потому что я, ребята, в отличие от него, уже нашел этих читеров и просто вам буду показывать видео, потом напишу в группу ВК и потом их всех успешно забанят. Поэтому если вы, ребята, увидели какого-либо читера, снимайте это на видео и скидывайте мне в ВК. Ну а я уже с ним разберусь. Ребята, и еще к вам одна маленькая просьба. С каждым лайком становится на одного читера меньше. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что же, а мы начинаем. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD Drop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Steady Drop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Ну что же, прямо сейчас вы увидите первое видео с читером, которого мы благополучно забаним. Внимательно смотрим на видеоролик, и вы, ребята, просто охренели так же, как и я. Чувак со своего спауна при помощи АВП убивает... Охренеть, он даже через стену убивает. Ядрить, колотить, вот это, конечно, да. Я, конечно, всякое видал, но с такого я точно в шоке. Так, и надо зафиксировать его ID. Для того, чтобы потом написать в группу ВК и его успешно забанить. Так, ребята, смотрим ID читера. Ник у него Андрей, ID 56361288. И знаете, в чем рофл? Этот чувак просрет AWM Sport V2. То есть, скорее всего, это реально его аккаунт, на который он задонатил до хрена бабла. Но в связи с тем, что он играет с щитами, его придется забанить. Поэтому, ребята, Андрюше, привет. Привет, Андрей. Ребята, самое главное в данной рубрике не перепутать обычного чувака с читером. Но вот тут, я думаю, всем и так будет ясно, что это читер. Смотрите, вот чувак убил, у него ник Simple. Ну, на удивление от предыдущего читера, у него нет вообще никаких скинов. То есть вы, возможно, подумаете, что он не читер. Вот, смотрите, сейчас опять убьет. Да-да-да, опять убил. Возможно, вы скажете, что он не читер. Но посмотрите на вот это. Вот сейчас смотрите. Ну вот это мог сделать только читер. Ребят, камон. Я считаю, что это 100% читер. Ладно, один раз залетело. Ладно, два раза залетело. Ну, три раза. Еще и через стенку. Ну, 100% читак. Поэтому, братанчик, ты тоже отлетаешь. Только что мне скинул подписчик ссылочку на видео на ютубе, говорит: Кен, посмотри, там читер. Давайте включим, посмотрим. Так, вот бежит чувак, никого не трогает, и его убивает со спауна с USP. А, я понял, а тут уже все ясно, тут уже, ну, изи-бризи. Да, ребят, опять, стреляет через стены и плюс через всю карту, то есть это АИМ плюс ВХ. ID 56359909. Ребята, изи. Так, только что обратил внимание, то, что у данного читера также есть спидхак. Ой-ой-ой. Смотрите, смотрите. Нет, тут не видно, сейчас будет видно. Ох ты, блин, как он побежал. Не, ребят, ну тут 100% читак. Ну что же, я сразу извиняюсь за качество, но данное видео скинул мне мой подписчик. И я вам хочу кое-что сказать. То, что я никогда в жизни не видел читеров нубов. Но именно на этом видео я впервые их увидел. Посмотрите, это читер нуб. У него очень необычные читы, и прямо сейчас вы все их увидите. То есть с виду это обычный чувак, даже нуб, он никого убить не может. Но вы только что кое-что пропустили. Ребята, внимательно посмотрите на количество патронов на дигле. Сейчас их 7 штук. Смотрите внимательно. Спустя секунду и становится 0. То есть он убрал отдачу и буквально за одну секунду выстрелил все 7 патронов. То есть сейчас у него 0 патронов, видите, да? Теперь смотрим дальше. Он перезарядился. И теперь смотрите, смотрите. Пух! Полсекунды прошло, опять 7 патронов за полсекунды выстрелил. То есть, ребята, это тоже читер, и лордик, ты тоже отлетаешь. Ну а теперь вопрос к моей аудитории. Что это такое? Это чит или это баг? Потому что за читы банят, за баги нет. Поэтому вот в чем вся суть. Я думаю, что это читак. Как думаете вы? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях и аргументируйте почему.
Ребятки, я зашел в официальную группу в тему читеры и написал ID читеров. Плюс, когда выйдет мое видео, то есть когда вы увидите это видео, я добавлю свое видео как пруф, и этих всех читеров отправят на банановые острова, и они будут в бане. Короче, ребята, если вы рады, что читеров будет меньше, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И да, если вы видите читера, скидывайте мне его в ВК. Я его забаню. Ха-ха-ха.